Всем привет! В эфире программа «Все лучшее детям» и я ее ведущая Дарья Козина, мама трехлетнего непоседы. Молодые и даже опытные родители ежедневно сталкиваются с множеством проблем и вопросов. Как вылечить, чем кормить, во что одеть, как воспитать, чем развлечь и при этом не сойти с ума. В нашей передаче вы найдете лайфхаки, ответы на вопросы от специалистов в разных сферах и актуальные новости для всей семьи. Осторожно, жилая зона. Во время каникул дети большую часть времени проводят на улице, беспечно играя во дворах и на площадках. Но даже там не стоит забывать о правилах дорожного движения. Летом возрастают риски попасть под колеса на придворовой территории. Об ответственности и бдительности горожанам напоминает Саровская госавтоинспекция. Кто хозяин во дворе? Согласно правилам дорожного движения, в жилой зоне пешеход может ходить и по тротуарам, и по проезжей части. При этом он не должен создавать необоснованных помех транспорту. Если взрослый способен здраво оценить обстановку, то ребенок, который беспечно играет и бегает по двору, может и не заметить автомобиль. Большинство дворов нашего города устроено так, что в центре двора находится детская площадка, а вокруг нее находится проезжая часть. Очень часто, что там не бывает тротуара, то есть дети, взрослые должны передвигаться по краю данной проезжей части. При въезде в данные дворы всегда стоит знак «У нас жилая зона». То есть водитель, когда въезжает на данную территорию, должен обязательно снизить свой скоростной режим до разрешенного. Разрешенный скоростной режим – это 20 км в час. Летом большую часть времени дети проводят за активными играми во дворе. Водителю стоит быть особенно внимательным на дорогу. В любой момент может выбежать ребенок. Из-за припаркованных авто или кустов его может быть не видно сразу. Несколько случаев на территории нашего города уже было. То есть в январе, например, был случай, когда на улице Яблоневой 100 сбили несовершеннолетнего молодого человека. Там не было тротуара, то есть он вышел на проезжую часть, чтобы пройти, но водитель не уступил ему дорогу, и в результате произошло дорожно-транспортное происшествие. 27 июня тоже произошло дорожно-транспортное происшествие рядом с КБ-50. Девочка не сошла с самоката без электродвигателя, в результате водитель не успел затормозить, произошло также дорожно-транспортное происшествие. Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Если чадо вынуждено перейти до подъезда через проезжую часть, сделать это надо быстро и особо внимательно. Как и на любой дороге, необходимо смотреть по сторонам, перебегать участок, только убедившись, что машин в движении рядом нет или что водитель пропускает пешехода. Есть еще отдельные правила для велосипедистов. То есть, если велосипедист не достиг 14 лет, то он не должен передвигаться по проезжей части. Несмотря на то, что это жилая зона, он должен двигаться внутри дворовой территории. То есть это пешеходные тротуары, какие-то тропинки вымощенные, но ни в коем случае не по проезжей части, где у нас передвигаются автомобили. Госавтоинспекторы убедительно просят не оставлять маленьких детей без присмотра. Родителям нужно регулярно напоминать детям правила дорожного движения и поведения во дворе. С начала этого учебного года школьников ждет множество изменений. С 1 сентября школьникам будет официально запрещено использовать смартфоны, а также умные часы во время уроков. Доставать их чадо сможет только на переменах. В экстренных ситуациях ученику могут разрешить написать сообщение или позвонить. С 1 сентября предмет ОБЖ изменит свое название, а также в него внесут изменения. Ученики будут посещать курс «Основы безопасности и защита Родины» и узнают, как необходимо действовать в случаях военной угрозы и различных ЧС, а также ознакомиться с правилами оказания первой медицинской помощи. У старшеклассников в этот курс добавятся модули по военно-медицинской, технической, огневой и инженерной подготовке. Для выпускников, а также учащихся в учреждениях среднего профессионального образования появится предмет семьеведения. В данный курс будут заложены основы традиционных ценностей. Школьников будут учить, как подготовиться к семейной жизни и появлению детей. На уроках физкультуры появятся новые виды спорта, включая бокс, черлидинг и биатлон, в зависимости от возможностей школ. В закон об образовании добавлен пункт о защите чести и достоинства учителей, предоставляя возможность наказывать нарушителей за дерзость и нападки на педагогов.
На экипировку первоклассника к учебному году семья тратит примерно 22-27 тысяч рублей. Таковы данные Росстата. Однако на деле сумма получается больше, ведь ведомство считает по минимуму 2 юбки, 2 футболки, 4 тетрадки. Одежда, обувь, рюкзак, канцелярия – все это нужно купить с запасом на полгода-год. Где и как правильно подобрать качественные и стильные ранцы, школьные принадлежности, расскажем в нашем репортаже. Подготовку к осени родители школьников начинают заблаговременно. Собрать чаду все необходимое для занятий – настоящий квест. Для родителей первоклашек это особенно волнительное и сложное приключение. Как правило, в магазин они приходят с готовым списком канцтоваров, а вот рюкзаки выбирают индивидуально и тщательно. Они должны иметь эргономичную спинку, удобные лямки, чтобы нигде ничего не тянуло. Главное, должны нравиться ребенку. То есть мы должны понимать, что ранец мы покупаем не на один год, а может быть даже на 2-3, на всю младшую школу. И ребенок должен получать удовольствие от того, что он ходит в школу с этим ранцем. Спинка должна быть плотная, с мягкими накладками. Благодаря этому тяжесть содержимого будет распределяться равномерно, снижая нагрузку на позвоночник. По стандарту рюкзак должен весить не больше 1 килограмма, при этом выдерживать все испытания активностями ребенка. Они должны быть прочные, потому что мы понимаем, что пользоваться будет ребенок, особенно когда это мальчик, он на нем покатается с горы, то есть он должен быть надежный. Надежный, красивый, удобный. В современных рюкзаках основное отделение очень большое. В него поместятся все учебники, тетрадки и даже гаджеты. Для всего этого есть специальные органайзеры, которые помогут зафиксировать, к примеру, ноутбук, телефон или ключи. В магазине Schoolhouse представлен большой выбор портфелей для начальных и старших классов на любой вкус и кошелек. Здесь же вы найдете все наполнение – тетради, пеналы, ручки, карандаши и краски. Есть даже готовые наборы, где уже лежит все необходимое из канцтоваров. Туда докупить только тетради, допустим, мешок для обуви, положить все в рюкзак, можно идти в школу. В магазине Schoolhouse также можно найти товары для музыкальной или художественной школ. Если чего-то нет в наличии, привезут на заказ. Для покупателей действует приятная система скидок. При покупке от 500 рублей у нас имеются скидки. 5, 7, 10%. Это на любой ассортимент или на какой-то определенный? Есть какие-то вещи, которые оттуда изъяты, но практически на весь. Если товар не имеет собственной скидки, то на него идет вот такая скидка. Кроме школьных принадлежностей, в магазине можно найти товары для офиса и творчества, игрушки для детей и подарочные наборы. Все необходимые канцтовары для школы, работы и дома в одном месте. Магазин Schoolhouse работает ежедневно с 10 утра до 9 вечера. В торговом центре «Атом» 3-й этаж. Ревность старшего ребенка в период, когда родители ждут прибавления в семействе, вполне распространенное явление. Очень часто такое поведение малыша приводит к довольно серьезным разногласиям, обусловленным непониманием родителями поступков и действий их любимого чада. Взрослые недоумевают, откуда берется чувство детской ревности, и не всегда могут предотвратить конфликты, возникающие на этой почве. Как правильно вести себя в столь сложной ситуации, поговорили с детским психологом Татьяной Прониной. Появился еще один ребенок. Что может испытывать при этом первенец, то есть старший ребенок? Ну, обычно, когда появляется братик или сестренка, у старшего ребенка в зависимости от возраста могут быть разные реакции. И если этот старшенький сам просил братика или сестренку, он, конечно, будет радоваться. У него будет любопытство, желание поучаствовать во всем, что происходит с малышом. Ну, наверное, до определенной поры. Да, когда маленький не начнет громко плакать, и этому первенцу, может быть, не будут давать на руки столько ребенка, сколько он хотел бы. И тогда могут появляться обиды. Да. Бывает так, что старший даже не знал. Ну, так бывает в наших семьях, когда старшего ставят перед фактом, приносят из роддома малыша и говорят, вот у тебя будет братик или сестренка. И тогда в этом случае не исключена обида,
ревность, агрессия даже в какой-то мере, что вам ничего не сказали. И опять же, смотря, как это преподнести. Если это сделать как сюрприз, то, наверное, будет определенная реакция сначала, да, хорошая такая. Вот. Бывает так, что старшие начинают думать о том, что при появлении кого-то еще в семье, кстати, такое случается даже, когда заводят кошечек или собачек, да, как будто бы любви ему будет меньше. И тогда возникают разные переживания на этот счет, и они могут быть открытыми, а могут быть закрытыми. И тогда мы говорим про явную агрессию или пассивную агрессию. А что с этим делать, наверное, вопрос? Да? Да. Ну, лучше всего, когда ребенка предупреждают о событиях, которые в семье происходят. Да? То есть, чтобы это не было каким-то странным сюрпризом. И желательно рассказывать о том, что мы ждем малыша, но при этом мы тебя тоже любим, и нашей любви меньше не станет. Это очень важный момент, потому что я часто на консультациях обращаю внимание старших или средних детей на то, что любви меньше не стало. Но есть такое понимание, что как будто бы родителям выдали какой-то объем любви. И если я как ребенок появился, то значит вот этот объем любви идет ко мне. Когда появляется у меня сестра или братик, как будто бы этот объем нужно между всеми делить. А делить уже не хочется. И здорово, если, например, в моей жизни как ребенка было все в избытке, да, и этого объема было предостаточно, тогда я могу щедро делиться с другими. А если я еще был в дефиците в определенном, ну, родители много работают, например, или не умеют уделять должного внимания ребенку, разные могут быть причины, то тогда, естественно, как делиться тем, чего у меня и так мало? Да, естественно, это будет ограничивать каким-то образом меня, и я буду переживать как ребенок. И здесь важно донести такую логику, что любви не уменьшается. То есть появился один ребенок в семье, вот как будто бы на него выдали этот объем любви. Появляется другой, на него другой объем выделяется. То есть у тебя никто ничего не отнимает. И вот это понимание, оно часто играет очень хорошую терапевтическую такую помощь, что ли, ребенку. Да? Он осознает, что, в общем-то, у меня никто ничего не отнял. И еще, кроме агрессии, бывают, кстати, ситуации, когда ребенок начинает самоустраняться, такой самоликвидироваться из отношений, из общения, дабы не быть обузой. То есть ему кажется, что если вот появился кто-то еще, ему нужно больше внимания, то я тогда уйду в сторону. И переживает некое одиночество. Да? Тогда нет, скажем так, явной или какой-то агрессии пассивной, но при этом есть горевание, переживание или уход в асоциальные какие-то сферы. Когда привозят маму с малышом домой, можно от лица малыша сделать подарок старшему ребенку. Ну, или старшим. Это может быть игрушка какая-то маленькая, это может быть то, что любит ребенка в виде мороженого, пирожного. Если это тортик куплен, чтобы отпраздновать приезд малыша домой, то кусочек малыша можно передать старшему. Сказать, ты знаешь, он пока совсем маленький, торт не ест, но он тебя угощает. И это работает даже со взрослыми детьми, которым 15-16 лет. Это все равно приятно, да? Хотя они уже понимают, что это просто вот так разделили, и малыш точно не будет торт, но это приятно все равно понимать, да, что мне уделяют внимание. Вот. И, наверное, еще очень ценным будет, если не уменьшится качественное внимание, которое уделялось старшему ребенку, оно продолжит иметь место. И каждый из родителей, например, сможет уделять хотя бы по 15 минут в неделю качественного времени старшему ребенку. Или час времени посвящать, когда один на один с ним. То есть мама тоже может оставить малыша с папой, или с бабушкой, или с подругой, как она договорится. Или пока малыш спит дома, например, да, с кем-либо, чтобы посмотрели. И провести время со старшим ребенком так, как ему хочется. Часто дети лет до 10 могут подходить и говорить: «Мам, мне скучно». И мы чаще всего как отвечаем? Мне некогда. Ну, или некогда, или сходи вон, погуляй, или позвони другу, там, ну, какой-то, да, такой посыл, или иди поиграй во что-то, или мне помоги. Ну, вот такие варианты. А на самом деле ребенок таким образом сообщает, что я
сейчас нахожусь в дефиците любви. Да, и мне важно почувствовать, что меня любят. То есть он пришел за вниманием, по идее. И любовью мы кормим, как и едой, на завтрак, обед и ужин. То есть это регулярное меню такое тоже должно быть. И самое простое, что можно сказать ребенку, которому скучно, иди, дорогой, я тебя обниму. Ну иди, я тебя обниму. Да? Обнять и подержать в руках ровно столько, сколько ребенку нужно. Когда он насытится, он сам отойдет. Он радостный побежит и найдет себе кучу дел интересных, любопытных, и уже не будет так скучать. Профилактические меры я рассказала, какие могут быть. А если ситуативно, если уже это произошло, происходит, и мы наблюдаем вообще, как определить, агрессия это или не агрессия. Ну, явно это понятно, когда ребенка толкают, бьют маленького, щиплют, кричат на него, отбирают игрушку, да, это вот так явно мы видим. И здесь важно останавливать. Ну, первое правило – это правило стоп. Я не разрешаю так обращаться с братом или сестрой, да. А потом уже мы выясняем, что происходит с ребенком. Здесь хорошо помогают техники активного слушания и «я» высказываний. В интернете есть информация об этом, я коротко лишь скажу. Ну, например, когда мы видим вот этот приступ агрессии, остановили ребенка, и тогда можно сказать, ты злишься. Ну, мы озвучиваем правду, да, мы видим, что происходит с ребенком. И если это так, ребенок говорит, да, ты злишься, что? И дальше уже мы догадываемся о том, о чем он злится. Ну, например, что малыш взял твою вещь. Ну, если это вещь старшего ребенка, значит, соответственно, мы у малыша должны как-то аккуратно забрать и передать старшему. И за малыша можно даже извинить, сказать, извини, он не знает пока, что это твое, и ему интересно это. Потому что часто бывает, что тетрадочки берут, в которых ребенок делает домашнюю работу, да, книги, учебники, например, или игрушки, тоже становится обидным. И здесь можно дальше договариваться. То есть мы как будто бы на стороне этого ребенка, в том числе, которому обидно, что это происходит. Да, тебе это важно. Мы говорим, тебе важно, чтобы это было у тебя, и никто это не брал. Там, да. А если ребенок соскучился по вниманию, то, соответственно, он тоже может вести себя агрессивно. И тогда мы даем это внимание ему. Или договариваемся, что, знаешь, вот пока я не могу, то давай мы с тобой договоримся, когда. Вот через час, например, я смогу. И сколько бы ребенку ни было лет, он понимает, что есть стрелки там на часах, например, да, на стенах, ну, допустим, и показать. Вот, знаешь, вот когда вот эта стрелка будет здесь, а это здесь, то мы с тобой поиграем. Но обязательно поиграть. Ну, вот если мы дали это обещание, да, то важно это сделать. Или, а давай мы вместе что-то сделаем, втроем, ну, с маленьким тоже, смотря какой возраст, конечно, у малыша. Важно, конечно, наблюдать и включаться в то, что происходит. Ревность, она может присутствовать долгое время, независимо от взрослости, разумности, зрелости ребенка. И она может находить причины в неком сравнении себя с этим малышом. Потому что бывает так, что память взрослого ребенка, она ограничена. Ну, мы знаем, что мы не всегда помним свое детство, как это было с нами, и нам кажется, что вот сейчас этого малыша любят больше. Я думаю, что можно показывать старшему видео, которые снимали в момент, когда он был маленьким, фотографии, чтобы он видел, что о нем тоже заботились, чтобы этой ревности такой не было. Все родители мечтают, чтобы их дети выросли здоровыми, умными и счастливыми людьми. На пути к заветной цели может помочь наша передача. С вами была Дарья Козина. До новых встреч. И пусть родительство будет в радость.